Дети стали чаще сбегать из дома, причем пик пришелся на последнюю неделю. На это их толкает жажда приключений и новых ощущений, отмечают полицейские. Много на этой неделе выявлено детей и подростков, которые сбегают из дому, находятся в розыске и в это время путешествуют, скажем так, по Одессе. Были факты находки, скажем так, мальчика 14 лет, 16 лет, которые вернутся к родителям, ну и с которыми также будет проведена работа. Розыск таких детей, безусловно, прямая обязанность полицейских, но подобные детские шалости, говорят, отнимают много сил и отвлекают от более значимых задач. Поэтому копы просят родителей уделять больше внимания своим детям, ведь зачастую причина побега из дома – это конфликт в семье.